плюс 200. Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях один из авторов студии «Квартал 95», шоумен Артем Гагарин. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Рады вас видеть. Взаимно тоже. Безумно рад. И хорошо просыпаться в хорошем настроении. Для тех, кто проснулся, доброе утро. Или добрый день, наверное. Для тех, кто только просыпается, доброе утро. Почему-то говорю, потому что мы обычно, ну, люди нашей профессии, обычно просыпаются. Да, неправильно сказал. Обычно еще спят. Да, ну, да. Прошу. Мы начнем с вопроса от наших читателей. Такой первый вопрос. Лера пишет. Расскажите, в каком стиле сегодня предпочитают организовывать вечеринки звезды и люди не бедные, так сказать. В каком стиле? В каком стиле? Да. Это смешно. У меня недавно было одно мероприятие, кстати. Ну, если вот спрашивать по поводу стилей, знаете, есть там, делают свадьбу, допустим, в, ну, не знаю, там, в ретро-стиле, свадьбу в каком-то там стиле, там, лаванда, там, еще что-то. У меня был уникальный стиль недавно, это стиль бартер. Мне кажется, что все больше людей работают в этом стиле. Ну, это мы ее так шутя говорили, просто сейчас, на самом деле, ну, довольно сложное время, и сложно людям, ну, организовывать крупные мероприятия, что-то такое делать. Поэтому, ну, наша основная задача – это вот так вот сделать, чтобы это смотрелось очень круто, чтобы это не было так больно карману. Поэтому бартер – вот это хороший популярный сейчас стиль. Ну вот. Но на самом деле хотелось бы отметить, что вот недавно было мероприятие «Свадьба Светы Тарбаровой», и это как раз тот момент, когда было очень круто и по-новому, потому что это впервые был такой, ну, впервые в моем опыте, ну, а у меня опыт в этом ивент индустрии очень большой. Это была свадебный бранч. Это все мероприятие заняло 4 часа. После чего молодые сели в машину и уехали. И гости говорят: они уехали? Да, они уехали. А банкет? Я им завидую. Я на своей свадьбе сидел до 12. Потом еще мы выпроваживали там пьяного того-то, того-то. И вот в этом был, ну, в этом кайф был этого мероприятия. Это было такое, как европейское, американское мероприятие, как хотите. Но это было новое для нас, и это показало людям, что можно делать нестандартные свадьбы. И показывать, что это можно делать нестандартные мероприятия, в принципе. На чем мы специализируемся. То есть GB Agency by Квартал 95, именно GB Event. Хорошо, а бартерные варианты, чем с вами рассчитывались? Бартером. Ой, ну это, да, тут, знаете, как вот эти люди, которые продают, не помню где, это, когда на поезде едешь, и на какой-то станции тебе в окно начинает там медведь заглядывать, и жираф такой, это там находится фабрика по производству мягких игрушек. И вот этим людям вот так вот дают, мягкими игрушками выдают зарплату, они их уже продают. Нет, ну, очень часто, и в том случае, бартер, это, скорее всего, была больше шутка, бартер были даже просто дружеские отношения, взаимная любовь. Ну, наверное, в нашем бизнесе у меня всегда. Потому что если человек тебе не нравится, и тебе он неприятен, с ним сложно работать, и ты не сможешь работать, не сможешь ему организовать хорошее мероприятие, в принципе. Поэтому со всеми нужно находить общий язык. А так, ну, есть, ну, как у нас, как по бартеру у нас? Что мне вам объяснять? За еду. Нет! Я всегда говорю, что для нас, артистов, хлеб, ой, аплодисменты как хлеб. Поэтому мы работаем за еду, вот, за аплодисменты, вот так. Или вам приходилось работать на свадьбах олигархов, депутатов? Возможно, какая-то свадьба больше всего запомнилась? Вот сейчас возьму вам и скажу об этом. Конечно. Ну, вот всем фамилии. Сейчас читателям возьму и скажу без об этом. Без фамилии, ну просто интересно. Без фамилии. Закидоны, да, без фамилии. Какие-то у них есть, такие есть, свои, да, особенные. Капризы какие-то выполняли особенные. Сейчас вот это интересное. Интересно, как поворот обретает наша беседа. Капризы выполняли? Я сразу скажу, у Ляшко я не работал. Ничьи капризы я не выполнял. Нет, ну это шутки, конечно, ну, конечно, приходилось, конечно, работали. И с многими после этого, ну, так или иначе, ты общаешься, пересекаешься. Особенно у меня, когда я первый раз пришел в Верховную Раду, казалось бы, должно быть мне, ну, не волнительно. Ты приходишь в место, где ты впервые. Такое закрытое место, да, где-то. А я только пришел и сразу, о, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Все здравствуйте. Свои. А да, я знаю, я работал вот на праздниках, на днях рождения. Я не могу сказать. Мне кажется, что, ну,
Работал я вроде бы у порядочных, хороших людей, и ну, не могу сказать, что что-то особенное в этом есть. Сейчас пока разговариваю, вспоминаю, может быть, что-то было. Но были разные мероприятия. Ну, что, странные были... какие странности. Какие-то странности было у нас мероприятие, когда у нас в зале было два человека. Было двое людей в зале. Ну, как в зале. Сидели они вдвоем, большой круглый стол, два человека. А вот а для них на сцене шел концерт. Выступали там Квартал, одна артистка, имя которой уже не стоит называть. А вот группа была какая-то, и я расскажу, а там уже сами поймете, не поймете, не буду говорить кто. И вот мы выступили мы, причем сказали, нас без очереди, давайте, мы выступили, подошли, поздоровались, выпили там какой-то там символическое шампанское выпили, вот, и сели за стол, вышла эта артистка, она начала петь, на посредине песни эти два, весь зал встал, вот так вот я скажу, это два человека, встали и куда-то вышли. А вы поете? И мы не поем, поет та артистка, вот, и вот она, они вышли и ушли, а это природа, это свежий воздух, это за городом, ну, может, пошли куда-то, мало ли, ну, люди все, ну, понимают. Ну, она петь перестала, естественно, допела песню, перестала петь. Ну, стоим полчаса, никого нет. Может быть, люди ушли, ну, в домик, начали переговоры и забыли о нас. Ну, вот постояли, нет, ничего. Мы говорим, группа, выходите, начинайте играть. Они услышат в домике, и тогда придут к нам. А вот, группа начинает играть. Прибегает охранник, говорит, нет, что вы делаете, что вы говорите, что случилось? Они на охоту на кабана пошли, только его высидели, а вы спугнули его. Вообще, ну, бывает разные, бывают такие. Ну, вот такое, это, наверное, ну, запоминающееся самое. Было, и, конечно, и были мероприятия, когда, знаете, ну, артистов есть, я даже не могу сказать, ну, традиция, наверное, что, ну, традиция и для голоса это выпить 50 грамм коньяка перед выходом на сцену, связки расслабляются, ну, становится легче. Вот. И тоже так, ну, приехали выступать на один день рождения, где были первые лица страны, а есть какой-то коньячок? Ну, да, побежали, прибегают и приносят вот такую штуку, коробку вообще. Ну, такие дверцы, они открываются. Ну ладно, мы взяли, ну, по 50 грамм, все выпили чуть-чуть коньячка, ну, чтобы было спокойно. Было вот у нас удивление на следующий день, когда мы в интернете решили посмотреть, что же это был за коньяк и сколько он вообще стоит. То есть, когда мы попросили, мы не предполагали, и явно мы так бы его не пили. Мы так быстренько, давайте, на сцену, и побежали. А тут оказалось, что, в общем, старше, чем мы, этот коньяк был как минимум. Ну, так, наверное, все вместе взяли. В каком необычном месте вам приходилось проводить мероприятия? Запомнилось? Запомнилось. Уже прошло 2 года, и уже 2 раза мы проводили там мероприятия. Запомнилось место. Сумская область. Я даже не могу сказать, что это селище Підопригори. Я не могу это сказать, потому что это возле села. Это такой овраг. Поле, там овраг, там вдалеке лесок небольшой. Вот просто земля, просто ничего там не было. Мы задались целью, мы регулярно ездили в Лебедин выступать. Некрасиво на нас смотрится, люди смотрят, или все хорошо. Или не видят, видимо, мою чашку красивую. Ездим мы туда в Лебедин, мы часто ездим выступать. А это решили задаться такой целью, сделать праздник не только для Лебедина, а для всей Сумщины. И действительно у нас получилось, мы хотели собрать где-то 10-15 народов. У нас было 120 тысяч. Это ого-ого. Ну, мы уже после того, как все прошло, после того, как наш ивент это все организовал, после того, как Квартал выступил, мы просто сидим, обсуждаем. Я говорю, а помните наш разговор буквально там 3 дня назад? Ну, будет 10-15, классно. И вот уже второй год подряд больше 100 тысяч людей собирается в этом месте, со всей Сумщины они съезжаются. Мы даем свой концерт, параллельно проходит ярмарка. Ну, большое такое событие. Это не ярмарка, на которой идет 3 дня, и за 3 дня было 120 тысяч. Это ярмарка, которая начинается в 4 часа дня и заканчивается в 12 ночи. И вот за это время вот такое количество людей там.
Но это у нас приехали, когда ребята, мы приехали, мы как организаторы были там за 3 дня, а когда приехали ребята, ну, непосредственно квартал выступать, они едут, а вот где-то 5 километров начинается очередь из машин. Они едут, очередь. Люди, их много, очень много людей. И когда они приехали, у них такие глаза. Я говорю, все хорошо. Немножко страшно. Но действительно, внутри было немножко страшно. Когда ты выходишь, это толпа людей. Я вел это мероприятие, ну, мы организовали, я вел. Очень много людей. И конечно, чувствовать себя властелином толпы, это очень классно. Ваши аплодисменты. Пошли аплодисменты. Ты обращаешься к людям, они радостные, они тебе отвечают. Но действительно, всегда говорится, когда ты выступаешь для зала, да, ты получаешь, не только отдаешь свою энергию, что если бы ты только отдавал бы, ты бы быстро бы иссяк, ты ее еще и получаешь. Ну, представляете, только 120 тысяч народу, и ты получаешь столько всего позитивного. Да. А были какие-то, там, например, экстремальные ситуации? Возможно, там кто-то с артиста отказывался выступать за ту сумму, хотел больше еще. Смешная история есть по поводу экстремальных артистов. По-моему, не помню, по-моему, это ведущий был... Не буду врать, что... Ну, ведущий был, который... У него поджимали сроки немножко, он взял 2 мероприятия в день, uh-huh. Ему нужно было уезжать на другое мероприятие. И вот ему говорят, значит, сейчас ты объявляешь машину времени, а потом будет дискотека авария. Ну, после uh-huh. этого ты еще объявляешь, и ты свободен. Он говорит, у меня нет времени, я придумал. Он выходит на сцену, говорит, значит, сейчас встречайте машину времени, а потом дискотека авария. До свидания. Развернулся и уехал. Вот. Настолько, конечно, не было. Наверняка были. Были, ну, форс-мажор всегда. В нашей работе форс-мажор это нормально, это все хорошо. Мы же есть артисты, у нас есть голос, а для нас это очень важно. Если голос потерял, все, ты уже работать, выступать не можешь. Были у нас смешно было, приезжал Расторгуев, приехал как-то, когда он еще приезжал. Хотя я гадостную историю про него расскажу, это можно. Нет, ну она такая, ну просто взял. Он приехал, а у него проблемы с алкоголизмом, ну, действительно, ну, были такие. Он любил выпить и не всегда был в нормальном состоянии. И вот он выходит, небольшая сценка такая, он выходит, там заказчики в зале сидят, ну и Расторгуев, все хорошо. А он стоит, ну, у него благо, он просто стоит вот так ровно и поет, ну, открывает рот и поет, и все. И он так стоит, так, я говорю, слушайте, чего вы говорили, что он пьяный? Он, посмотрите, как он держится хорошо, молодец, нормальный мужик, все молодец. А ты иди сюда. Меня отводят с другой стороны, так подходит. А его просто шваброй подперли вот так. Он подоблокотился и стоит себе. То есть вот это вот стереотип, что группа Любэ качается. Это не потому, что это хореографическая постановка. Просто человека со шваброй тяжело взяли. Ну вот, были такие случаи, поэтому. Кто вообще из артистов чаще всего работает на корпоративах, кого чаще всего можно встретить с украинских артистов, возможно, западных даже. У нас, смотрите, у нас в принципе сейчас все, что не делается, делается к лучшему. Это ситуация, которая произошла у нас в стране и происходит и до сих пор, да, это очень плохо, это очень печально, но это в некоторых моментах помогает. Это помогает нашему шоу-бизнесу. На самом деле, сейчас, когда российским звездам закрыт въезд, и для нашего шоу-бизнеса это круто, развиваются, начинают ездить, гастролировать разные коллективы. Больше начинают заказывать наши коллективы на мероприятия, это очень круто. Я очень рад, что такие молодые, там, Монатик тот же появился, угу. который просто заполонил эту сцену. И сейчас, я вам честно скажу, что на новогодние праздники угу. у вас заказать Монатика уже не факт, что и получится. Потому что у него полностью весь график расписан. Очень Дина Карель, ну, понятное дело, очень mm-hmm. круто работает. Полякова безумно mm-hmm. крутая. Причем, если Дина Карель, она вот душевная и очень хорошо для таких вот, ну, знаете, ну, маленьких каких-то mm-hmm. закрытых площадок. Не всем, ну, то есть не, ну, такие душевные корпоративы. То есть они, не, ну, даже не такой новогодний корпоратив делают, а вот что-то там, что-то семейный какой-то праздник. Это классно, Дина Карель. Полякова же, это если площадь, огромная площадь, она разрывает, ну, это я не знаю, столько энергии этой, вот, Дзидзё,
тоже, ну, вот я не называю, кто, наверное, чаще всего работает. Тик много работает. Ну, есть звезды, которые дешево стоят, они тоже много работают. Не Ангелы много работают, не Кита много работает. Сейчас просто... Серж, забыл же. Короля забыл. Который работает не только в своем коллективе, но еще в одном коллективе. И его другие коллективы работают. Потап, конечно. Потап и все мозги Entertainment, конечно, это... Ну, тоже очень круто. Мозги я сам. Я сам и слушаю. И дети слушают. Почему они это слушают? Я не понимаю. Потап, мне кажется, он просто пишет песни для детей, а уже через детей эти песни заходят на нас, на всех, потому что, да, и Потап, и с Настей, и «Время и стекло», и мозги, это все, ну, все круто, все, ну, все, дети это слушают. Иногда, конечно, после того, как у меня слушает сын песню, там, отлично, нормально, да, нет, хорошо, отлично, нормально, сексуально. Он говорит, папа, а что такое сексуально? Что папа отвечает? Папа отвечает, я говорю, ну вот смотри, у нас мама красивая? Он говорит, очень. Он говорит, когда очень красивая, это и есть сексуально. Да как-то так я сказал. А так, говорю, потом вырастешь, поговорим с тобой. Да. Какие-то мировые звезды были? Ну, было, кстати, вот недавно у нас новогоднее мероприятие, то есть к нашему ивент-агентству, GB Agency, GB Event, портал 95, обратились люди и говорят, мы тут подумали, может быть, Бейонсе? Угу. Мы говорим, нам на «Э» надо или что? Мы как в города, но играем, но только в звезд мы играем? Или что вы сейчас нам сказали, Бейонсе? Они говорят, нет, хотим Бейонсе привезти. Мы тоже хотим. Ну, давайте, мы узнали даже. Мы узнавали, ну, для них, для... Это частный праздник. Понятно, что на квартал к нам чаще приезжают разные звезды, тоже это есть такая практика. Узнавали и Бейонсе, и Offspring, и другие такие коллективы. Ну, это, ну, нереальные суммы. А как это миллионы, да, наверное, тоже? Да. Полтора. Полтора миллиона? Полтора. Пятьсот тысяч. Ну, это сумасшедшие деньги. Ну, нет. А это, и это только чистый гонорар. Это за концерт или за несколько песен? Ну, за выступление. За выступление. Ну, да, выступление. Ну, корпоратив. Корпоратив всегда дороже, чем туровая цена или что-то в этом роде. Но так, это только гонорар выступления. А в любом, есть еще и бытовой и технический райдер. И иногда это затягивает очень. То есть, да, казалось бы, ну, вот я много сейчас вспоминаю еще артистов, которые я не назвал, те же там Океан Эльзы, да, вот просто пример приведу на них. Они тоже работают, они не так много работают, но, казалось бы, вот Океан Эльзы привезти. Но тогда не надо тратиться там на бытовой, ну, на бытовой райдер не такой большой, потому что ну, они же наши. А там двое музыкантов из Сербии. Один летит из Харькова, один оттуда, и они собираются здесь на концерт, то есть они собираются здесь из разных городов, поэтому, то есть нельзя угадать, иногда бывают, ну, серьезные траты помимо этого всего. Из, еще из иностранных, вот, Бонни М, допустим, ну, это такое, это то, что их много, но много составов Бонни М, вот, но я хочу сказать, у нас есть настоящий, ну, просто у нас в ивент Hall of Freedom, сейчас, который занимается студией «Квартал 95», «Квартал концерт» занимается. Какого нового направления? Ну, одно из... Чтобы реализовать все наши... запросы, ну, да, ну, нужна своя площадка для этого. Ну, ну, невозможно где-то делать. Нужна и своя. И помимо этого нужна и своя. Где ты хозяин, где ты за все отвечаешь. У нас есть теперь такая площадка, «Event Hall Freedom». У нас там сейчас проходит много разных мероприятий. И то есть, и вот как раз и Бонни М там будет, и концерт «Квартала» вот 10 числа там будет после Украины, после большого, такой VIP-концертик, вот он во Фридоме. Поэтому вот так вот происходит. Ну и все наши ивенты тоже там. Если вы вспоминали про Верховную Раду, а вам приходилось сталкиваться с хамством, нардепом? Возможно, какие-то были такие случаи? Ну вообще, с хамством по жизни я очень редко сталкиваюсь. Почему? Потому что, ну, наверное, мое умение шутить, импровизировать, оно меня, ну, оберегает от этого все. То есть я могу все перевести, в принципе, в шутку. И поэтому это, ну, от этого я застрахован от такого, от какого-то хамства, от чего-то. Хотя в нашей ситуации, в нашей стране, что у нас, как у нас люди, они даже, они не хамы.
они просто, их вся ситуация, их злит и ну, немножко обозляет, они обозлены. Вот что, вот, вот чего это происходит. Просто кто-то промолчит, очень воспитанный человек, ну прям в этой ситуации уже очень воспитанный, только молчат, ну прям вообще воспитанный. И вообще спокойно. А так просто люди немножко иногда выплескивают. Вот. А так, не, Верховная Рада, они все смеются. Они, ну, ты же знаете, как, да? Они там в зале все дерутся. А так они все добрые, нормальные люди. Говорят, а, иди возьми у меня интервью. Сами напрашиваются. Да, конечно. Ходят, кто приходят. Это был, например, у кого хорошее чувство юмора? Есть определенный, ну, во-первых, ну, Береза не напрашивается, Борислав Береза. Но он, да и второй Береза тоже хороший, который комбат, не пройден. Он, ну, то есть Береза это всегда, если я вижу Березу, ну, это можно пообщаться с ним, он не только воспримет шутку, он еще и сам пошутит. У меня была когда-то рубрика «Шутка в лоб», и там как раз я, ну, читаю человеку шутки про него, а потом он сам про себя читает шутки. И он, я говорю, ну, мы же проверяем, насколько есть чувство юмора. И он говорит, у меня вообще нет чувства юмора. Я думаю, ну ладно. Мы начинаем читать. Он читает шутку, смеется с нее сам и параллельно еще одну придумывает. Я говорю, ну да, это человек, у которого вообще нет чувства юмора. Поэтому, ну, то есть веселое. Все мне, ну, все вот... У меня недавно был очень веселый случай. Поросюк. Владимир Поросюк, который известен своими такими, ну вот... выходками, да, но вообще на самом деле очень позитивный и добрый человек. Ну, он очень открытый, ну вот, вот просто он открыт для людей, для журналистов, поэтому с ним я тоже люблю пообщаться, он тоже как бывший КВНщик, он меня поймет, вот, и где-то у нас был турнир, я играю в футбол за сборную журналистов Украины, и вот был турнир, как раз участвовали полицейские, нацполиция наша, участвовали Днепр-1 и батальон Кульчицкого. И вот пока у нас был матч с батальоном Кульчицкого, и оператор ходит мой, снимает какие-то интересные моменты, что-то в этом роде. Тут я слышу голос сбоку: «Артем! Артем!» Я поворачиваюсь, стоит Поросюк с микрофоном, что-то мне кричит, смотрю на камеру, что-то рассказывает. Я потом, ну, пересмотрел, что он сделал. И у нас в Чисто Ньюс одну из рубрик провел вообще Поросюк отдельно. То есть он столько всего наговорил, столько всего наделали, они смешно. Он брал людей интервью, общался с людьми. Я говорю, ну, я теперь должен вместо вас туда, в Верховную Раду? Он говорит, с удовольствием. Я говорю, не-не-не, давайте я лучше буду по другую сторону вольера или как-то. Ну, ладно. А Савченко, Добкин, тот, который у нас сейчас на обложке. Ну что, как бы это, что? Так надо, что делать надо. Кстати, будете отрабатывать эту тему? Конечно, что же тут мало, что? Какую тему, подождите, давайте сразу. Та, которая у нас на обложке сегодня. Я просто тему, да, потому что тему наркотиков мы говорим нет наркотиками, мы в целом. Я не знаю, я не буду говорить. Это в качестве шутки. Конечно, конечно. У нас сейчас вот даже есть... проходит, ну, Лига Смеха есть телевизионная, есть не телевизионная Лига Смеха, это Киевская Лига Смеха, ну, есть Одесская, Харьковская, разные города. Вот в Киевской я являюсь одним из тренеров, и там как раз у нас будет по этому поводу номерочек, и там смешная фраза, что там тема «Дикий Запад», и вот листовка такая, разыскивается Добкин-младший, вот, найти и доставить любым живым или убитым. Вот такое. И там, ну, и дальше на этом есть все построение. Ну, то есть, конечно, ну, мы же, смотрите, мы никогда не шутим, мы не придумываем шутки, ну, мы не фантазируем. А вот что бы было бы, если бы вот этот человек поступил так же. Люди поступают, а мы на это реагируем и шутим. Вот так происходит. Иногда мы попадаем, конечно. Попадаем, причем заранее. Знаменитый номер, когда Ляшко допрашивал сепаратиста, у нас был, когда он говорит, так, ты будешь сепаратистом. Да я ж ваш кум, ты будешь сепаратистом. Ну и было вот это вот все. Все посмеялись, все хорошо, и буквально через недели, там, я не знаю, там полторы выходит этот сюжет, там, где действительно есть вот то, что этот постановочный момент, давай это сейчас скажем. Ну это, ну, мы не знали. И когда мы шутили, что доллар будет по 35 или там по 40, мы тоже шутили. Почему наши шутки воспринимают как руководство к действию? Да, я не знаю, зачем они это делают.
Да, поэтому у нас были, у нас и на этот счет были шутки. Давайте пошутим про то, что у нас много больниц открылось хороших. Давайте пошутим, что у нас школы строят, садики для детей, дороги хорошие. Давайте об этом будем шутить, чтобы, может быть, тогда сработает наша вот эта пророческая штучка. Кстати, да. У нас когда был Антон Лирник на онлайне, он говорил, что они в свое время шутили о политиках, но подготовка к этим шуткам очень утомляла, потому что нужно было просматривать кучу материала, потом придумывать что-то смешное из несмешного. Вы не устали от этого? Ну, он устаешь, но это наша работа. Но как? А не устает человек на заводе, не устает человек, ну, мы устаем. Ну, шутить о каких-то житейских темах, наверное, проще, легче, чем о политиках. Ну... На что есть спрос, правильно? О том мы и шутим, и об этом есть спрос. Люди хотят это слышать. Людям, по крайней мере, да, это надоело, но это какой-то способ от этого всего, шуткой хотя бы, перевести это в шутку. Потому что уже смотришь, и это уже не смешно даже иногда, не про нас, я про то, что политики делают, да. Это уже не смешно, но как на это реагировать, непонятно. Ну, на самом деле, по поводу видеоматериала, моя авторская группа, у нас в квартале очень много авторских групп, и вот моя как раз специализируется на разных видеомоментах, ну, вот на юморе, связанном там с какими-то технологиями, с чем-то еще. А вот есть там у нас песни, политический гангстер-рэп, которые ребята поют, да, когда они пару строчек поют, потом политик на экране что-то там говорит, да. Это, ну, это пишется нашей авторской группой, то вот, ну, это нужно пересмотреть, это нужно найти, и это и у вас тут какие-то интервью мы пересматривали, да? Тоже, да, ну кто-то из звезд был, мы делали на звезд когда-то такую штучку, и мы вот таким образом мы пересматриваешь очень гору материала, и поэтому иногда приходя в Верховную Раду, они говорят, ну вы наверное не знаете, но тот, я говорю, я знаю, а я смотрел вашу пресс-конференцию вот эту, ничего себе, какой следит за мной прям. А я просто по работе смотрел, просто где-то нужно искать. Есть, честно, есть политики, которых интересно смотреть и слушать. А есть те, которые неинтересны. Ты сидишь возле компьютера, вот смотришь, и ты засыпаешь. Виктор Андреевич Ющенко был таким. Это нереально было. Долго смотреть, именно по специфике моей работы, монотонно разговаривает. Да, и ты вот... Виктор Федорович, это не могут же быть только недостатки у человека, правда? Это он был крут. Ну, он говорит, а у тебя вот улыбка уже, паузы в непонятных местах, интонации некоторые. А мне что, закрыть глаза и ходить? Ну, это так смешно, как он это говорит. Это очень круто. На самом... А Кличко вам нравится? Да! Успеваешь кофе пойти сделать, пока Кличко выступает, успеваешь пойти сделать кофе где-то, пока он там доформулирует. Ну, это шутки, конечно. Вот, на самом деле, я не знаю, веселый кто еще? Черновецкий был очень веселый. Конечно. Черновецкий, это... Причем, я считаю, что, конечно, благодаря кварталу, но благодаря тому, что у нас есть... актеры, которые доносят это все, эфиры, которые распространяют это все в массы, но вот фразу эту незаметную «я и моя молодая команда», изначально, мы ее взяли к себе, у нас был телемост с политиками, это когда мы задаем вопросы, они отвечают на что-то. И вот мы сделали это в рамках телемоста этого, мы сделали в квартале, мы нашли эту фразу, которая была там неприметная, это «я и моя молодая команда делаем что-то важное». У него это была фраза. И мы взяли эту фразу, мы ее вытащили, вставили в квартал, предложили, наши посмеялись, сказали со сцены, люди посмеялись, и она пошла в народ, и уже прошло сколько времени, уже Леонид Михайлович в Грузии, уже в Грузии сколько живет. А эту фразу до сих пор вспоминают, я буквально вчера встречался с человеком, который вспоминал эту фразу, говорил, именно эту, «я и моя молодая команда». Все, это уже классика. Крылатое выражение. Да. Поэтому, как у Виктора Федоровича, остановитесь. Мы не остановимся, мы продолжим. Вопрос читателя. Вы уже отрабатываете тему электронного декларирования и не боитесь новой волны критики в адрес квартала? Честно, очень, очень боимся новой волны критики. Боимся, начиная с 2003 года, как мы начинали. В тот момент очень... Боимся, она же
боимся, а руки делают. Да, вот, вот так и у нас. Пишем, пишем, ну, что, и боимся. Ух. А по поводу недекларирования уже есть, но уже, да, уже, да. Уже снят концерт, там есть отдельный номер, как все заполняют декларацию. Все смешно, там все хорошо. Да? Кто е-декларацию, кто электронную декларацию, кто электрическую, ну, например, да. Есть люди, которые такое могут. Да-да, дальше можно. Ну, в принципе, я же говорю, шутим и будем шутить. И... Да. Еще спрашиваю, что бы вы могли бы задекларировать, если бы вас обязали заполнять такую декларацию? Миллионы под матрас. Ну, смотрите, вот, да-да-да. Ну, наши политики, вот многие в этих декларациях попытались шутить. Да, вот, ну, кто-то один сказал, что у него триллион, да. Владимир Парасюк сказал, что у него подарунок Святого Николая, да. То есть, как бы оно вроде бы и весело, ну, там, про Святого Николая, вроде весело, да. Но то, что вызвало это сейчас, ну, у людей, потому что и так все эти электронные декларации немножко повергли в шок людей. Даже миллионеры, которые думали, что они миллионеры, сказали, что... Мы нищеброды. Да, мы нищеброды, получается. Да, вот. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Кто-то шутить. Ну, я говорю, это мы должны шутить. Они должны в декларациях шутить. Да? А они должны заполнять декларацию. И вот каким-то образом, надеюсь, что когда-то мы придем к этому, что у нас не будут вызывать шок эти декларации. И не потому, что они... Ну, потому что они как-то научатся это все скрывать. А действительно, как-то они там... У нас в новом концерте есть такая фраза, что там один из депутатов, Гаврилюк, он говорит, что сравнивает, ну, говорит, что я там, мне еще надо буряки пойти, что мне с вами тут общаться на ваши грязные политические темы, мне еще нужно буряки пойти там пропаблать. Он говорит, какие буряки, что вы сделали? Он говорит, у меня свиньи не кормят, какие свиньи? И там есть фраза, что, вы знаете, я вам скажу, что депутаты. Свинья, она когда поест, она от корыта отходит. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что, дорогие депутаты, вы, ну, хотя бы иногда ведите себя, ну, хотя бы как свиньи. Вот, наверное, такое, ну, обращение, это правильно, и вот так вот. Вот к этим электронным е-декларациям, ну, надо что-то, ну, как-то, не знаю, то есть все это воспринимается как юмор квартала, а не как по-настоящему. Ладно, давайте веселее что-то. Костя пишет, в народе существует... Кто пишет? Костя. Привет, Костя. Спасибо, народе... что написал, я же просил. В народе существует мнение, что у юмориста что ни день, то какие-то приколы и подколы друг на друга. Часто ли квартальцы шутят сами над собой? Какие-то шутки можете вспомнить? Да, ну, постоянно. Ну, шутки действительно, постоянно есть шутки. Бывают, конечно, моменты, когда устаешь и когда не хочется шутить, ну, когда хочется побыть серьезным. Но у нас даже вот этот переход от серьезности до вот смеха или чего-то, какой-то шутки, это секунда. Ведь, ну, моя личная работа – быстро реагировать на какие-то моменты. Что-то произошло, где-то я что-то подметил. Вот таким вот образом. По поводу шуток квартала – шутим мы иногда эти шутки, ну, посторонним людям непонятны, они понятны только нашим, ну, нашему коллективу, нас иногда веселят, ну, как всех юмористов. Юмориста, если смешная очень шутка, вот сидит, представьте, вот как проходит у нас написание шуток, да, как это происходит. У нас много авторов, наших авторских групп, сидят у себя в кабинетах, пишут шутки. Приходят основной авторской группе, они читают то, что они написали. Они это прочитали, основные авторы, руководители которых Вова, Владимир Александрович Зеленский. Вот, он говорит, вот это хорошо, думайте над этим, это пока не туда, пока, потому что оно где-то может потом пригодиться все равно. Ну вот, это не туда, думайте. Потом эти все авторы, ну, собираются после того, как уже это прошло период вот такого написания, определились, если какой-то номер авторская группа сама не может дописать, то всем авторам раздают дописывать, ну, какие-то шутки в этот номер. И мы собираемся в одной большой, у нас такая комната для переговоров большая, мы там собираемся, и все сидят и читают эти шутки, ну, что они написали. И зачастую происходит вот так вот. Там, то-то, шутка. Тишина такая. Смешно, да, смешно. Запиши, да, смешно.
Хорошо. То-то, 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 все. Ой, новые там, новые дурачки. Вот эта фраза очень часто. Новые дурачки, все. Ну, давай дальше, это не подходит. То есть нас веселят вообще другие вещи. Но мы понимаем, что здоровый ум обычного человека не поймет это. Это мы, у нас свои там какие-то мыши в голове. Мы это называем мыши в голове. То есть у нас какие-то там. Вот. Ну, поэтому то, что веселит нас, это не всегда веселит всех остальных. Ну, а вы-то разыгрываете друг друга. Да, у нас вообще самый, ну, чаще всего мы разыгрывали Лену. Вот как напряжение еще с КВНовских времен, так получилось, что всегда... Ну, Лена, она, потому что она очень доверчивая, она очень добрая, она очень доверчивая. И в свое время она была администратором. И был момент, когда ей, ребята были в Киеве, готовились к игре, а она еще в прямом роде. Там какие-то реквизит помогала собирать, что-то искала, они набирают, говорят, Ленка, привет. Да. Надо этот, в общем, мы тут придумали номер, нам нужен гроб. В смысле? Ну, нам гроб нужен, ну, действительно. А там был такой выход, был. Там несли, ну, понятно, чтобы несли на носилках, никто в гробу не нес. Но все посмеялись, что, прикидывайте, нам надо было бы искать гроб. Класс, так давай Ленку заставим искать гроб. Точно, или Лена. Вот, и вот так вот. Она, ну, все, давай ищи. Через 5 минут звонок. А как я его привезу? Как его в Киев привезу с Криворога? Ну, мы тебе купе выкупим. Ну, ты как бы сама на нижнюю, на верхнюю положим его. Можем сэкономить, можешь в нем ехать. Ну, то есть, это же какие-то шутки, они там черные, они свистые. Она поняла уже, когда уже начали рассказывать, как уже, ну, расписывать, как она будет вести этот гроб. Уже это было, это уже было. Она поняла, что мы шутим. Что это. Ну, разное бывает, разное. Действительно, бывает. Бывает смешно, бывает сам иногда попадаешься на какие-то... Попадаете. Конечно, все по чуть-чуть попадаешься. А Зеленский кто-то разыгрывал? Были такие случаи? Там уже целая передача была. Там где разыгрывали. Ну, это постоянно. То есть, вот очень сложно иногда с нами общаться, потому что, ну, с людьми, которые имеют отношение к юмору, потому что непонятно, ну, в обычной ситуации, мы шутим или мы говорим, ну, то есть, правду, да, серьезно мы говорим такие. Иногда с серьезным выражением лица ты что-то говоришь, человек, оп, а так классно, ну, эмоции. Классно наблюдать за эмоциями, которые человека меняются, ты что-то сказал, меняется. У меня был по поводу, кстати, вот такая ситуация, это в Верховной Раде было. Я пришел, там депутат от Свободы, такой большой мужчина, такой он серьезный, он такой, я говорю, можно вас взять интервью? Он говорит, говорить. И я стою, а у меня был опрос о том, что была очередная драка, какая-то, и Гройсман предложил на законодательном уровне запретить депутатам драться. Была такая новость, решил, конечно. Я говорю, представьте, что если это все-таки произойдет, завтра этот закон вступает в силу, сегодня у вас последний день. Кого? И вот этот переход от человека, который стоял такой серьезный, такой большой, такой, он тут на тебя смотрит, такое чувство, что сейчас может тебя, и если вдруг что-то не так. И вот этот момент, когда он... Все, он растаял, он улыбнулся. Но начал нормально реагировать, нормально отвечать. Вот класс, вот эта эмоция, это здорово. Поэтому и ты, когда шутишь, но говоришь, что серьезно, и вот это вроде, оп, и они потом по чуть-чуть понимают, что ты пошутил, а начинают смеяться. Вот этот переход, это классно. Да. Кстати, я шутили по поводу вашей фамилии? Были такие шутки? Ну как, ну хотят же сейчас меня декоммунизировать, как бы. Но пока я держусь, в общем. Гагарин. Это ваша настоящая фамилия вообще? Изначально была у нас команда КВН «Братья Гагарины». Угу. У нас была такая команда КВН. Нет, были просто Гагарины. Мы играли в КВН, мы после квартала были криворусской командой, которая играла в КВН. После этого мы, вот финал был Высшей украинской лиги, нам предложили участвовать в проекте квартала «Бойцовский клуб». Угу. Мы с первого сезона в этом проекте были, мы начинали от участников, закончили, ну, на том моменте, на котором закончился этот проект, мы закончили его руководителями, то есть именно мой коллектив мы делали, мы снимали это все полностью, вот. И там нам говорят, ну, Гагарины как-то, может быть, что-то подумаете, а там в Comedy Club были какие-то сестры Зайцевы, я говорю, давайте мы будем братья. А почему братья? Я говорю, да,
Потому что мне надоел этот вопрос, нас всегда спрашивали, а вы братья? А вы братья? Угу. Все, мы братья. Мы братья Гагарин. Все, а у нас было три человека в коллективе выступающем. Это мой соведущий Саша, который выглядит так же, как и я. А еще у нас был Николай, Коля. Он такой, как наш юзик кварталовский, большой. 150 килограмм или там 180, я даже не знаю, но большой. Мы всегда говорили, вы братья? Да, братья. И Коля? И это наша сестра. Мы говорили, ну он такой, в общем, и грудь у него такая, в общем-то. Вот. Поэтому после этого также мне надоели вопросы, ну даже не вопросы, а вот как люди говорят, Артем, какой Артем? Ну, Гагарин. Ну, то есть, у людей была эта ассоциация, братья Гагарины, Гагарин, Артем Гагарин, ну, все, так что это не я себе придумал, это не я, вот. Артем Гагарин, с тех пор я уже Гагарин, Гагарин, Гагарин. А тогда так я Михаличенко вообще. Ну, ушли. Мы, кстати, вчера на 12-летии, вчера или позавчера это было, я уже забудался. Это было с позавчера на вчера, вот так я скажу. Был ночной бал у Вива, 12 лет. Виве было, вот, и там как раз подошел ко мне Серж Гагарин, который радиоведущий, он говорит, давай селфи сделаем, два Гагариных, давай. То есть, ну, это такое уже совпадение, два Гагариных на такой небольшой наш шоу-бизнес, там много, поэтому, ну, ничего, нас целое. Такой вопрос читателей. На квартал в последнее время обрушивается много критики, шутки стали слишком жесткими и антипатриотичными. Вы как-то реагируете в команде на эти выпады? Не собираетесь ли менять политику квартальских шуток? Да мы зря вы уточнили вот это в конце. Мы просто пытаемся менять политику. Пытаемся, что, может быть, они услышат наши какие-то шутки и подумают, прежде чем что-то делать в следующий раз. Ну, наверное, на это и рассчитан весь юмор. Еще раз я повторюсь. Не стали жесткими. Они были всегда такими. И они были и про Кучму, и про Ющенко, и про Януковича, и про Порошенко такие шутки. Стала, изменилась реакция на эти шутки. И изменились технологии. Вот и все. Но простой пример, что когда мы сейчас ездили, выступали в Мариуполе, для... Большой был и марафон такой был, огромный юмористический марафон. Это было выступление Лиги смеха, несколько концертов. Это был концерт Тамбовского волка, это было выступление студии «Квартал 95». Это было все для семьи переселенцев, это бесплатное мероприятие. Люди просто приходили, смеялись, уходили, приходили следующие. Вот такой вот был конвейер из людей. Ну, попытались, чтобы как можно больше людей было, потому что погода была уже прохладная. Было бы это летом, мы бы сделали бы это на улице, тогда бы смогли прийти вообще все желающие. Вот. И было выступление у нас для именно непосредственно для военных. Там же в Мариуполе, в другом зале мы выступали. А перед этим Вова ездил и давал с 1+1. Был марафон, и он выступал перед студентами. И вот в одной из своих частей своего спича он попытался пошутить, он говорит, ну, надо быть, конечно, с шутками аккуратней, но чтобы не получилось, как в Юрмале. И такой, ну, типа, ну, как в Юрмале. Люди в зале сидят и... Что как в Юрмале? И он говорит, ну, в Юрмале у нас был концерт, там была шутка, которая вызвала какой-то резонанс. А они этого, ну, даже не знают они этого. Мне кажется, мы просто слишком испорчены Фейсбуком, и слишком мы... Делаем акцент на Фейсбук, а Фейсбук это только Киев в основном. Ну, Киев, Львов, Днепр, ну, тут не так. Определенных людей. Определенный, это такой узкий круг. И за него это, ну, вот это был такой фейсбучный скандал с применением ботов, потому что после того, как я перешел, ну, комментарии же были. Когда это критика, которой стоит прислушиваться. И когда она оправдана, это хорошо. А когда ты заходишь, комментарий от человека, ну, тебе желание ему ответить. Я захожу, смотрю на его страницу, а там ничего нет. Там последний раз, он 2 года назад, была у него активность. В какой-то определенный нужный момент. И вот и много таких людей, много таких ботов. И они их направляют, и это все происходит. И вот этот скандал. И у них же комментарии одни и те же. Ах, вы то-то, то-то, ах, вы то-то, то-то, ах, вы то-то, то-то. Ну, мы многих спрашивали по поводу вот этого скандала, да, после Юрмалы, и многие говорят, что шутки какими были, такими остались, и это выглядит как заказуха против квартала. Вы с этим согласны?
Что-то я сказал только что перед этим, мне кажется. Ну, еще раз, вы правильно сказали, я это говорил, что шутки такими же и остались. Шутки остались, и если... В чем была проблема? Очень хороший пост по этому поводу у Димы Комарова. Он написал, что я сел и пересмотрел полностью это выступление, этот номер пересмотрел полностью. Чего не сделали 90% из тех, кто написал шутки. Из этих 90%, процентов 50 вообще не видели этой шутки. Даже именно этой шутки. Они просто, ну просто, ах, горел сарай, гори хата. И вообще эти, да, они там, смотри, какие рожи себя подъедали, там вообще у них там, ух, эх, сейчас буду всех разносить, сижу ж дома, это же классно, можно быть. Поэтому, ну, тут об этом и речь, что если, ну, там, вникнуть в этот номер, хотя бы просто посмотреть, от чего имени это говорится, как это говорится, это же не Вова говорит, и люди, либо из-за своей, ну, то есть невнимательности, либо из-за того, что они вообще не хотят смотреть, им лишь бы на кого-то пообзываться. Да они даже не вникают в суть юмора, потому что они, а, это Зеленский сказал. Или это Кошевой говорит, или это. Он же говорит это в образе кого-то, какого-то актера, какого-то персонажа, он его играет, вот все так происходит. Поэтому. Кстати, Лен, пишут, Валера Житков нам как-то рассказывал, что у вас существует целое подразделение, которое решает сложные, спорные вопросы касательно шуток над тем или иным персонажем. Часто ли поступают угрозы в ваш адрес? Да. Приходилось разруливать такие ситуации. Интересно, что это за подразделение? СБУ? Пытаются нам рассказывать, что у вас есть какой-то отдел, который решает подобные вопросы. СБУ или что за отдел? Нет. Не настолько серьезно. Вопрос, этот отдел. Это Валера рассказывал? Да. Тогда? Да. А что я же помню, он имел в виду? Что же решают... Наверняка, ведь учитывая, что вы шутите против политиков высокого ранга, то наверняка поступают какие-то там... и угрозы. Возможно, просят даже снять что-то с эфира. Ну, еще раз. У нас есть... Я, если я не ошибаюсь, то... Ну, нет, по-другому скажу. Мы же шутим про всех. В этом и наш, ну, наш, как бы, наша фишка. То есть то, что люди нам говорят о вас, ну, типа, вас там, ну, как правильно сказать... вас, ну, вам не угрожали, вам не, ну, вас не просили. Вот то, что вы сейчас спрашиваете. Мы шутим про каждого. Если кто-то нас попросит, убери про меня шутку, и мы ее уберем, то тогда получится, что мы, ну, куда-то мы ее убрали, правильно? Мы уже, то есть это уже не про всех. Тогда может предъявить претензию и другой человек. А так было, ну, так было с Виктором Федоровичем в свое время. Ну что вы про меня шутите? Ну вы что? Мы про всех шутим. Ну да. Ну, тут не придирать. Не, ну это было, ну, так я образно говорю. Не прям, что Виктор Федорович сказал: Артемчик, что ты шутишь? Я, конечно, офигел. Да. Ну а вам чисто ньюс, вы там снимаете в Верховной Раде, да, вам взятки не предлагали. Ты что-то я там не то наговорил. А ну еще раз, скажите, пожалуйста, что надо? Взятки не предлагали? Да, ой, не предлагали взятки. Ой, не предлагали взятки, могли бы предложить. Было бы что декларировать. А, да, подарок от Святого Николая, в конце концов, можно было бы задекларировать. Да нет, ну это шутка, ну... Ну какие? Ну, есть моменты, когда просто у меня есть свой внутренний редактор, который срабатывает на некоторые моменты. Я понимаю, что ради одной какой-то шутки мне портить отношения, ну, плохой шутки, не смешной шутки, а какой-то там, как действуют иногда, ну, журналисты вот с желтой какой-то прессы, да, они вырывают какую-то штуку и все. Ну, и ты одной этой своей статьей испортишь себе дальше репутацию и все остальное. Да, поэтому, ну, есть какие-то моменты, которые я знаю, но я их не говорю, я их не выношу на общее обозрение. Вот, поэтому иногда я лучше пожертвую какой-то шуткой, но, ну, не вставлю, хотя она и смешная. Ну, просто я понимаю, что, может быть, человеку просто я сделаю, как человеку неприятно, потому что разное бывает. Но бывает и смешно, бывает помогает. Вот, допустим, у меня была сейчас рубрика, я снимал, раздавал бензин на заправке, да, и уже, ну, думаю, ну, там, обычные вопросы задавать уже мне надоело, да. Думаю, придумаю какую-то, ну, что-то интересное.
Я себе придумал, то есть подъезжает человек, они уже знают, что я там, ну, там разлил какой-то бензин или что-то, где-то видел, кто по телевизору, там, кто еще как-то. Вот. И я приезжает этот человек, я подхожу, говорю, здрасте, у нас 1+1, у нас рубрика, в общем, снимаем, раздаем бензин. Говорю, а можешь, ну, не снимай, пожалуйста, оператор. Оператор ставит камеру, так, ну, вниз, опускает, типа, держит ее, и в телефоне начинает что-то ковыряться. Ну, вот. И я говорю, слушайте, блин, есть разговор, просто нам дали эти талоны бесплатно, понимаете? А сейчас ситуация, денег мало платят. Может, мы договоримся, я дешевле вам продам этот талон. И, ну, люди, они, ой, я не знаю, ну а сколько он там стоит, там, так это сколько, ну, давайте, так бы, чтобы 200, там, 220 гривен, давайте за 200 я вас заберу. Я говорю, не заберете, потому что если бы сказали, что нет, ну, типа, что я вам, ну, что я не участвую в ваших схемах коррупционных, я бы так бы вам бы его подарил. А так, типа, нет. Вот. И были люди, которые говорили, я не хочу, мне не надо, у меня нет налички. Я говорю, а была бы. Да и была это, ну, это отмазка, я не хочу, зачем мне надо, ну, что я буду заниматься этой ерундой. И я им давал бесплатно бензин. Один мужчина, я смотрю, я увидел машину, он, ну, я ему сказал, что я его, ну, снимал уже, все, он так, и уехал. Через время возвращается. Подходит, говорит, слушай, ну, пожалуйста, ну, не показывай мне. Я говорю, ну, блин, ну это мы же понимаем, ну, все это шутки, что это все, ну, пожалуй, ну, не надо. Ну, зачем, ну, все. Я говорю, давайте договоримся так. У меня уже в голове родилась идея. Давайте договоримся так. Вашего лица не будет видно. Вы его там размажете. Я говорю, я придумал, как я сделаю, но лица вашего не будет видно. Что, ну, что я делаю? У меня родилась мысль. Я говорю, на камеру говорю, что, вы знаете, ну, есть коррупционеры, которые не хотели, чтобы вся страна узнала о том, что они коррупционеры. Mm-hmm. Вот, среди людей, которые приезжают на заправку. Поэтому я вместо их лица поставлю лицо того коррупционера, которого знают все. И у меня вместо этого мужика, который ходил по заправку, было лицо Януковича. И это так было, что этот мужик, который ходит по заправке, у него лицо Януковича, оно еще в зависимости от, ну, того, что он говорил, оно менялось выражение. Но он там мне говорит, ну, это получается, смотрите, это выходит, ну, так. Он говорит, ну, это выходит где-то 210 гривен. Ну, а за сколько вы продадите? И я говорю, за 250. Он говорит, так как, так это же 210, там лицо меняется, как, это же 210 получается. Я говорю, слушайте, я считаю, что если участвовать в коррупционных схемах, то они должны быть невыгодны. Он, да ну тебя, развернулся, сел, ну, и как бы собрался выезжать. То есть, ну, вот так вот, помогает. Вот это, я это использую, вот эти штучки я использую для того, чтобы новый юмор придумывать и что-то новое делать. Кстати, читатели писали, почему Чисто Ньюс сняли с эфира? Не сняли, мы пока временно, есть трудности, ну, то скоро будет, да? Все будет просто, ну, очень, очень сложно и очень тяжело. Сейчас такой график. Это никак не... Никто его не снимал, никакой цензуры в этом не было. Но вот пока это временно. И дальше мы сообщим, как мы будем продолжать нашу... Ну, со зрителями будем видеться. Благо, есть Киев вечерний, благо, есть вечерний квартал, благо, есть другие проекты студии «Квартал 95», которые радуют. Лига смеха, опять же. Скоро финал. Такой еще вопрос. Вы еще не готовы сыграть в фильмах, пародиях «Квартала»? Если да, то кого бы с персонажа бы сыграли бы? Ну, я не знаю. Мне кажется, мне только еще в пародиях сниматься «Кварталских». Конечно, хочется, но учитывая то, что... Учитывая то, что, да, сейчас огромный кусок работы добавился в связи с выходом ивент-агентства когда-то моего собственного там с... супруга агентства, а теперь она стала студией «Квартал 95», частью студии «Квартал 95». Это очень большой кусок работы. Помимо этого, в «Квартале» я автор, помимо этого, в «Квартале» я звукорежиссер на вечернем «Квартале». Ну, то есть, еще и в ведущей рубрике в «Чисто Ньюс», «Лига смеха», параллельно «Лига смеха Киевская». Пользуясь случаем, всех приглашаю на Киевскую «Лигу смеха» в это воскресенье. В Нау, если что. Приходите, будет весело. А вот, ну, то есть, помимо этого, еще... А у меня еще и двое детей. Угу. У меня еще жена есть, с которой я чаще на работе встречаюсь, чем дома. Поэтому, ну, сложно. Конечно, хочется. Но пока справляются. Справляются без меня. Все хорошо.
Нужно будет, снимусь. Не тяжело ли быть женой и на работе, и дома? Это подкалывать? Я муж вообще. Женой, наверное, сложно. Ну да, лучше спросить об этом. Но сложно. На самом деле сложно. И у нас... Я работаю в одном офисе, а она работает в другом. И она говорит, ну, нам было бы удобнее, но для работы, для коннекта какого-то удобнее было, если мы были в одном офисе. Давайте мы там к вам переедем. Нет, не надо. Но это действительно очень тяжело. Это очень тяжело. И самое сложное в этом всем, вот так, это работа, а это семья. Оно же все взаимосвязано, оно же все переплетается, и ты не можешь отделить работу от семьи, семью от работы, поэтому. Еще вопрос от Насти. Артем, у вас подрастает сын и дочка. Как у них чувство юмора? Папку с мамкой часто веселят? Веселят, да. У меня Митя, у нас в Честный Ньюс рубрика. Есть детки там, где комментируют разные события, там детки. То Митя, когда это была рубрика, когда только начиналась, то есть первое время он там был звездой, конечно, он там рассказывал, он там свое мнение, он, ну, это он на меня похож, говорит, я такой был в детстве. Он все знает, он во всем разбирается, все убедит в чем угодно человека. Да, Митя, что ты рассказываешь? Я тебе серьезно говорю, мне Ира сказала, Ира это няня, Ира сказала, что так, поэтому, ну, я говорю, Митя, Ира вот в кухне стоит. Он такой засомневался уже в своих словах, где-то. Я сейчас прошу, она тебе подтвердит, что ты. Ну, то есть, нормально, он с юмором ко всему относится. Сейчас он футболом увлекается, он футболист, стоит на воротах, играет. Пришел он к своему племяннику, моему племяннику, к своему брату двоюродному, пришел на матч, который тоже... мой племянник тоже играет в футбол, пришел, значит, Саид, он смотрит на этот матч, тут родители же все же знают, и Митя начинает рассказывать. Говорит, я тоже в футбол играю, в общем. Ну, я вратарь. Вообще, нашей команде повезло. Повезло, что у них такой хороший вратарь. Потому что, ну, если бы не я, то, конечно, ну, не так бы. Ну, сестра спрашивает, а как вы сыграли вчера? Нормально, 3-0 проиграли. А Ира говорит, такая, Миш, ну если бы не я, мы бы еще больше проиграли. То есть все нормально. И люди веселит толпу, толпа смеется, он реагирует. Но есть вот меня удивляло, когда снимался он Чисто Ньюс, вот это вот, ну, такой момент, это вот, я не знаю, это, наверное, передается как-то там, гены все-таки где-то есть, умение работать на публику. Потому что он, я говорю, Мить, почему ты, когда разговариваешь, ну, на камере, почему ты смотришь вправо? Ну, почему? Ну, я же замечаю это, там, люди не видят, а я вижу потом в эфире, я вижу, что так, я на съемках, меня нет в эфире. Он говорит, а там сбоку стоит дядя Саша и дядя Дима, а это авторская группа наша, одна из авторских групп, которая отвечает за эту рубрику. Он говорит, ну, я смотрю, если они смеются, я продолжаю разговаривать, я продолжаю, ну, типа, говорить. То есть это, ну это такое, это профессионально на самом деле, реагировать на какие-то моменты, реагировать, как публика на тебя реагирует, и от этого, то есть это круто. А Поля что? Поля маленькая девочка, 3 годика, в садик ходит, стихи рассказывает. Был у нас вот недавно первый утренник у сына в школе, у дочки в садике. Хорошо, молодец, вышла, рассказала, оттараторила что-то. Ну, главное, что с позитивом. Она вот вообще такой улыбающийся человечек. Если Митя там, он, ну, у него человек такой настроение, то разного настроения, то Полина, наверное, человек одного настроения. Позитивного и хорошего, такая, с улыбкой, светлая блондиночка. Да. А раз Миша комика не отправляли? А он не хочет почему-то. Вот у него он поснимался вот в Чисто Ньюс, и он потом сказал, пап, я не хочу больше, не хочу ходить в Чисто Ньюс. Я говорю, ну окей, все. Тем более, там нам нужна была ротация, мы сами уже чувствовали, что другие дети должны быть, вот, дополняться. И я говорю, а хочешь пойти в Рассмешикомику? Нет. А он сидит, смотрит. Варю смотрит, Сашу смотрит, смотрит других деток, как они выступают. Он сам говорит, я не хочу. Ну, не хочешь, это такое, заставлять точно не нужно ребенка ничего делать, ну, именно такого, что ему не нужно делать, ну, там, какие-то дополнительные... Когда-то захочет, скажет, я что-то подумаю, что-то придумаю, что-то напишу ему.
и пойдет. Новый год планируете работать? Уже есть какие-то куча работы? Просто, да, просто у нас буквально там года три назад была новогодняя ночь, опять же концерт квартала был какой-то, и люди позвонили и говорят: скажите, мы подумали, мы хотим улететь 30 числа уже за границу отдыхать. Мы можем новогоднюю ночь перенести на 29-е? Ну, типа, что? Мы говорим: да ради бога. Мы отработали эту новогоднюю ночь 29 числа, и 31 у нас свободный день. Я давно такого не помню. Я не знал, что делать. Соглашаться. Я имею в виду, как празднуется этот праздник. Я имею в виду новогоднюю ночь. Мы не выступали. Я сидел, пришли, сели дома. Мы договорились, все отметить дома, а потом встретиться где-то уже, дальше продолжим. Шли, сели дома. Как бы без пяти. О, давай шампанское. Точно, шампанское. Пошли, сели шампанское. Мне сейчас открывать или чуть позже открывать? Вот так. У меня в том году, я вот в Инстаграм вставлял фотографию, ну, я говорю, вот как я встретил Новый год. А это было как раз выступление квартала. На выступлениях я еще работаю как звукорежиссер, как там какие-то видеомоменты запускаю, программу составляю, по которой этот квартал выступает. Ну, то есть, как автор, звукорежиссер, еще и юморист. Вот, иногда и веду что-то параллельно, бывает раз. Вот, и вот я там в ноутбуке где-то бьют часы, все, включил какую-то новогоднюю песню, вот так поднимаю глаза, передо мной стоит Юра Крапов, наш актер, стоит с бокалом. С Новым годом. Я говорю: хорошо, год начался. Взял бокал шампанского, выпил. Ну, то есть, обычно вот так это в такой вот какой-то спешке, панике, выступлениях это все и происходит. И поэтому для, ну, это же праздники, это для людей, для артистов праздники — это работа. Поэтому у нас это нормально. И выходные, когда, да, как давно там говорят, там, почему-то сегодня нет всего. Это вчера был разговор, я набираю товарища, одного из авторов, говорю: что там, как дела? Он говорит: то я не пойму, что это ни руководство на работе, ни секретарей нет. Я говорю: а какой день недели? Ну, я вообще не ориентируюсь на неделю, но для меня это вообще не такое. Я по футболу ориентируюсь. Когда Лига чемпионов и когда Кубок УЕФА. Понятно. Лига Европы, когда тогда я понимаю, какой день недели. Я говорю: я не знаю. Я говорю: а какой сегодня день недели? Они говорят: там, вчера было в четверг. Они говорят: четверг. Я говорю: а число? Они говорят: четвертое вчера было. Нет, 3 ноября. Я: 3 ноября. Ну, тогда понятно. Говорит: что тебе понятно, что происходит? Я говорю: не знаю, наверное, единственное логичное какое-то объяснение, что 3 ноября я себе придумал. Ну, просто все вышли чуть позже, все были на работе. Но это к тому, что я вообще, ну, праздники – это работа, обычные дни – это работа, выходные – это работа. Много работы. Артисты, как и продавцы, праздники, выходные всегда на работе. Конечно. И всегда дороже на праздники. Давайте крайний вопрос, время подходит к концу. 8 ноября день рождения КВН, да еще юбилей 55 лет. Вы как бывший КВНщик, что можете пожелать КВНу, не скучаете ли по тем временам? И какую роль в вашей жизни и карьере сыграл КВН? Пишет Александр Васильевич из Москвы, да? Да. Масляков. Или попросил Сан Саныча написать, младшенького. Наверное, точнее будет сказать, что хоть это и банально, но, наверное, бывших КВНчиков не бывает. Потому что мы вышли из... Ну, мы все вышли из КВН. Мы все занимались КВН. И действительно, без привлечения КВН очень много дал. Очень много дал... Ну, сейчас объясню, почему. Потому что вот тогда КВН. Сейчас это дает... Это же дает Лига Смеха. Но это крутая школа. Это то, что... Сейчас мне с этим легче живется и работается, с опытом, полученным с КВН. Потому что КВН — это бывало и так, что ты приходишь, тебе в последний день вырезают все. Ну, убирают все. И ты должен за эту ночь написать и придумать что-то новое, что-то смешное. И вот такой постоянный график, ну, заставляет тебя очень быстро реагировать на какие-то ситуации, очень быстро работать. Поэтому сейчас на телевидении очень часто сталкиваешься с ситуацией, когда нам нужно срочно то-то, то-то. Сейчас, подожди. Человек садится в кресло, достает сигарету.
курил. Рассказывай. Это уже не надо, уже прошло. Вот, вот это вот ситуация, которая у нас. А мы, вот КВНщики бывшие, мы всегда очень быстро работаем. Всегда понимаем, как это сделать проще, и чтобы это было правильно. То есть, если человек, который это делает, ну вот, если брать тоже телевидение, человек делает, он берет какую-то работу, он так шаг за шагом, постепенно, не спеша все это делает. Мы ищем, как это сделать быстрее, но чтобы не потерять качество, чтобы это было круто и хорошо. Поэтому сейчас везде на телевидении очень много раз КВНчиков. На российском телевидении, на украинском телевидении очень много. Потому что мы можем очень большое количество продукта производить и делать это качественно, хорошо и весело. Вот. А в наше время надо улыбаться, потому что я всегда говорю, если человек улыбается, значит, у него все хорошо. Вы вот. По тем временам это... не скучаете? Я скучаю. Ну, скучаю, но меня Лига Смеха компенсирует вот сейчас, потому что когда я впервые попал на фестиваль Лиги Смеха, такое было ностальчи по КВНу. Вот ты просто, ты приезжаешь на такой же фестиваль, как был в Сочи, когда все команды съезжаются в Одессу, когда большая гостиница, они все живут в одной гостинице, ночью в холле все встречаются, все общаются, вот такое все. Вот этот рабочий момент репетиции, всего-всего. Сейчас благодаря Киевской Лиге Смеха, где я тренер, я с командами встречаюсь, мы готовимся, я хожу на редактуры. Ну, это когда двое редакторов, и ты им рассказываешь, что ты показываешь, они там говорят, это не то, это не так, хотелось бы сделать. Ну, советую тебе, да, редактирую тебе. Вот, хожу на редактуры, переживаю. Ну, вот я в этом процессе. И вот я это делаю только из-за того, что, ну, наверное, у меня какая-то ностальгия, это классно. Это вот то, с чего мы начинали, и то, благодаря чему все это и продолжается. Мне когда-то учительница говорила, ах, ты пел это дело, так пойди же попляши. Ну, типа, тебе же это, твой КВН на жизнь не поможет зарабатывать. Mm-hmm. Потом спустя какое-то время я пришел и говорю, Любовь Петровна, говорю, представляете, ну помогай, и на жизнь заработать, и не в Кривом Роге, а в Киеве. Еще и занимаюсь любимым делом. Ну я ж не знал, что ты так серьезно будешь. Я говорю, ну вообще... Если ты чем-то занимаешься, то нужно делать это, полностью этому отдаваться, это делать на 100%, не халтурить, и тогда будет результат. Я считаю, что в этом случае я пример этого. Я понял, что я этим буду заниматься, я не свернул никуда, я продолжил, занимался, и до сих пор я занимаюсь, развиваюсь и иду к своей какой-то цели. Я ее не ставлю конкретную конечную цель, а просто иду вперед, и все. Вот то, что и нужно делать. Ну и КВН, еще большое спасибо КВНу за друзей, на самом деле. Потому что сейчас, вот были там день КВНа, ты, вот вспоминая в этот день, все равно все бывшие КВНчики, ну опять же, бывших нет, да, все друг другу пишут какие-то в соцсетях поздравления, и все. И вот прикольно вспоминать, там, старые времена ты вспоминаешь, у тебя сразу какие-то хорошие ассоциации. Ну, блин, ну это кусок нашей жизни большой, который у каждого был такой. Были, конечно, и неприятные моменты в КВН, но это все, это нормально. 8 ноября будете отмечать? Нет, как-то не буду отмечать. Ну, как бы, ну, что значит отмечать? Поздравлю ребят точно. Наверное, вот так вот отмечать. А собираться с друзьями и... На портале там же тоже все бывшие КВНщики. Это такое. За 55 лет, за юбиляр. 55 лет, да. Что, спасибо большое за ответ и пожелания для читателей. Для читателей КП, для зрителей 95-го портала Чисто Ньюс и так далее. Не переключайтесь. Я все сижу и вот... всю эту онлайн нашу конференцию, у меня перед глазами тут вот выпуск. Обложка. Да, КП, обложка. И, конечно, вот, значит, следующие заголовки. Кто богаче, Кличко или его замы? В депутаты после медосмотра. И вот такое вот выражение лица господина Довкина. Вот. 5 поворотов судьбы солнечного клоуна. Да, что вы об одних клоунах пишете, что не могу. Я не о том, я просто о других. Да. Ну, такой выпуск юморной. Где-то да юморной. Нет, я о том, я просто о чем говорю, что
вот клоунами должны быть те, чье это призвание. Клоунами, артистами, они должны заниматься, должны делать свою работу. Вот пожелание такое, чтобы вы, дорогие читатели, смотрители, зрители Чисто Ньюс, других наших проектов, чтобы вы смеялись над шутками квартала, над моими шутками, а не над шутками, в кавычках, смеялись наших политиков, чтобы жизнь становилась веселее. И опять же, повторюсь, всегда прощаюсь одним и тем же. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, потому что если ты улыбаешься, значит, тебе все хорошо. Желаю, чтобы вы улыбались, чтобы у вас все было хорошо. Сейчас должна сердючка запеть. Хорошо, все будет хорошо. Все. Смотрите, честно, смотрите Ти вечерний. Смотрите Лигу смеха. Все, выключаю.